Доброго ранку, ми з України. Мене звуть Євгеній і ви знову на каналі ТМЖ Натан. Друзі, враховуючи ту велику кількість відео, яке було знято та змонтовано російською мовою ще до початку військового вторгнення Росії на територію нашої рідної неньки України, на каналі будуть з'являтися відео періодично українською та російською мовами. Дане відео було знято і змонтовано ще 22 февраля. Я планував виложити даний матеріал на своєму каналі 25 февраля в п'ятницю. Но, учитывая вероломное нападение так называемых «братьев» в кавычках, освободителей и приверженцев русского мира на нашу родную неньку Украину, мне было чуть-чуть не до этого. Но прошли первые минуты шока, непонимания, неосознавания того, что такое вообще возможно в 21 веке. И вот уже второй месяц наша украинская армия, наши войска стойко держат оборону и периодически дают чертей второй армии мира. Я же, в свою очередь, свободное от работы время, в перерывах между воздушными тревогами, продолжаю потихоньку заниматься заготовкой клепок на деревянные бочки, потому что знаю, победа будет за нами, все мы потом вернемся к нормальной человеческой жизни, и я снова буду делать деревянные бочки, попутно снимая видео и отвечая на все интересующие вас вопросы. Сегодня я хочу расколоть это бревно из черного клена. Я еще не работал с кленом. Хочу сделать несколько небольших бочонков. Бревно длиной 75 сантиметров. Поэтому я распилю его пополам. Получится клепка длиной 37,5 сантиметров. И с такой клепки я буду делать 6-литровые бочонки. Высота 6-литрового бочонка 250 миллиметров. Соответственно, клепка длиной 255 миллиметров. То есть у нас получается запас с каждой стороны, наверное, сантиметров по 5-6. Для чего такой большой? Я еще не работал с кленом и не знаю, как он себя ведет при сушке. То есть насколько сильно растрескиваются края, и поэтому рисковать не хочу. Данное бревно 75 сантиметров длиной. Я делю пополам, то есть по 37,5, распиливая. И в данном случае это будут заготовки для бочек объемом 6 литров. Напомню, это кленовое бревно. Я еще с ним не работал, с кленом. И мне очень интересно, как поведет себя данная древесина при сушке. Распилив кленовое бревно на два полена, я буду сейчас его колоть. Для примера я одно полешко распилю, а другое расколю с помощью колуна и кувалды. Значит, у нас уже есть вот одна трещина. Соответственно, нам нужно расколоть вот в таком направлении наше полено. Потом еще обе половинки расколоть пополам. Вот такая структура древесины клена. Структура красивая, похожа на ясень. И я думаю, что из данных заготовок получатся отличные бочки. Расколол поленья на четверти. Нам нужно снять кору. По-хорошему удалить заболонь, которую, кстати, тоже можно удалить двумя способами. Можно срубить с помощью тупора, примерно вот так, или же удалить на циркулерке. То есть при распиле мы отрезаем заболонь, режем несколько заготовок, потом вновь отрезаем заболонь с второй стороны, опять режем несколько заготовок, попутно получая радиальный распил уклепки или на крайняк полурадиальный, и таким образом удаляя заболонь. Или же удалить заболонь с помощью топора, то есть, проще говоря, срубить ее
одновременно с корой. Друзья, если у клена заболони фактически не видно, и увидеть, определить ее довольно сложно, то у дуба идет четкое разграничение по всему периметру, и отлично видно заболонь. То есть вот эта часть, вот кора, а вот эта часть называется заболонь. Это более светлая древесина, она не годится для производства бандарных изделий, потому что она довольно быстро трухнет. А для изготовления бочек нужно брать только вот эту серединную часть дубовых бревен. То есть сердцевину мы тоже, скажем так, выбрасываем. А для производства бочек используем только вот эту часть. Расколов данное полено на 4 части, каждую четвертинку мы должны распилить, то есть отбрасываем, вот тут мы так схематически позначим, что мы отбросили заболонь, и получается мы распиливаем на заготовку нужной нам толщины. В данном случае это бревно пойдет на бочке объемом 5-6 литров. Толщина клепок в районе 14-16 мм. Значит, нам нужно распилить как минимум на заготовке толщиной 18-19 мм. То есть мы распиливаем одну заготовочку, потом распиливаем вторую. Вот эту часть мы выбрасываем. Это у нас ядро. И у нас остаются две вот такие вот заготовки с полностью радиальным распилом. То есть у нас годовые кольца идут перпендикулярно широкой плоскости заготовки. То есть это и называется правильный радиальный распил. Отпилив вот эти две заготовочки, с остальной мы аналогично отпиливаем с этой стороны две заготовки. У нас уже ядро отделенное, то есть мы распиливаем вот эти две заготовки, получая аналогично две досточки с радиальным распилом. Тут даже можно сделать три заготовки. И потом из оставшегося кусочка, из вот этого треугольничка, мы распиливаем вот тут раз и еще раз, получая две небольших заготовочки под клепку. Также можно вот тут еще раз распилить, получая полурадиальный распил. Но в принципе, как показывает практика, бочки с таким распилом довольно нормально работают. И никаких претензий ни к качеству, ни к напитку у меня нет. То есть получается, из данной четвертушки мы получаем 1, 2, 3, 4, 5 больших заготовок и 3 маленьких. Данные большие мы можем потом распилить на одну или две, или даже три заготовочки, в зависимости от диаметра бревна. Аналогично эти. А заготовки поменьше мы распиливаем на одну или же там на две клепочки, в зависимости от ширины заготовки. Оставшиеся кусочки можно потом еще распилить на тонкие заготовочки и сделать, допустим, бочки. У меня наименьшая бочка объемом 0,6 литра. То есть это маленький бочонок, и такие остатки, в принципе, вполне идут на такие бандарные изделия. Друзья, вот тут четко видно заболонь. То есть если основная часть древесины темно-коричневая, то вот эта часть, она желтая, такого желто-светлого цвета. И вот четкая граница разделения деловой древесины и заболони. Эту часть также необходимо расколоть еще пополам
И потом можно приступить к отделению заблани вместе с корой. Друзья, для отделения заблани я использую вот такое нехитрое приспособление, сделанное из куска рессоры автомобиля. Здесь имеется острая кромка. Я ставлю приспособление на кромку, на ту линию разграничения заблани деловой древесины. И с помощью вот такой небольшой кувалды наношу удары. И таким образом идет отделение заблани вместе с корой. Друзья, вот такая четвертинка получается после обработки. Заблони нет, остается только деловая древесина и ядро. Как я уже сказал, в процессе распиловки я потом отпилю вот эти два кусочка, то есть вот эту часть ядра, и у меня останется только деловая древесина. Ну и альтернативным способом разделение бревна на четверти является распил с помощью цепной пилы. Продольный распил, который я тоже иногда использую, особенно на вязких породах древесины, на груше, да иногда и на дубе. Данный способ я использую на бревнах небольшой толщины, так как при колке может раскол пойти свелевато, и потом приходится очень много проходить и обрабатывать четвертинку на фуганке, соответственно, остается деловой древесины совсем немного. Теперь каждую половинку надо распилить еще пополам, и мы получим те самые четверти для дальнейшей обработки. После того, как мы раскололи или распилили деревянные бревна на четверти, нам нужно на фуганке обработать две перпендикулярные стороны, стараясь придать этому углу 90 градусов. Обрезать заблонь, если нужно, вот так. И потом, используя параллельный упор, распустить на заготовке необходимой толщины.
Ссылка на более подробное видео о том, как распустить четвертинки на заготовке, будет в описании. Видео называется «Мой секрет идеального распила бревна на заготовке для деревянных бочек». Кому интересно, заходите на канал, подписывайтесь, кто еще не подписался, и смотрите. После распила бревен на заготовке я складываю их в штабеля, и они сохнут под открытым небом в течение 6-18 месяцев. После сушки я калибрую заготовки на райсмусе, добиваясь одинаковой толщины, и только после этого делаю клепки для деревянных бочек. Друзья, кому было полезным и понравилось данное видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!